Пристабаф Оптикс нет. Запустил. Что это так лагает-то? О. Кому я создать? Идеально, блин. Да, я. Не, мелечник как может убить. Нравится, как Дон разговаривает. В трубочках никак. Хуй помер, хочет пошли. Да, собственно, плохо. Как будто доебался, но так себе доебался на самом деле. Лучше, нет? Я вообще чувствительность по самому минимуму поставил. Ну, значит, ты обрывками разговариваешь, вот что я могу тебе сказать. Ну, ты вот так разговариваешь. Я понял. Можешь босс стрелять. Поставь на огонь. Черепок заходит. Сала бабу дала. Черепок, череп, череп, видите? И с ним. Отойдите от интернала. Сколько стоит? Дрыщ. Войд, 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 войд. О, кинжалик и синий кому не... А, говно. Лиса пишет синий, да? О, ботинки, кстати, слушай, может быть, я себе их возьму. И теперь вас ждет новый противник. Возможно, они даже полезные. У тебя, кстати, на Варбисовый с этих же свалик, по-моему. Кто, ботинки? Да, ну, типа, сейчас меткости слишком много.
Ну, типа, вообще на этом контенте перебор с ним, типа, от него нужно избавляться, таланты так, меткость перекинутая. Стенка на стенку? В метку. Нет. Смотрим. Нужно контроль распределить. Нет. Контроль распределить, но играть так же. Рейд, кому не боты нужны. Там стол поставили сзади покушать. Обнял, приподнял. Небезопасно, как мозги. Ты куда распыляю день на голову себе? Нормальная шапка. Красивая. Где есть дом? Ты в прошлый раз давал, у меня еще есть. Блин, ну прям... Эта шапка ровно, она прям по твой трансмог. Че, давайте в решетку, да? Ну, так просто, да, возле решетки стойте, нормально будет по расстоянию. Справа заходит донт, а что там у нас по этим? Маздина. Ну, короче, вот ровно ничего страшного нету. Че пойдет, то пойдет. Три мели штука. Я обхожу справа. Вот, я одену. Блин, надо постараться, пацаны. Дерево хуево нет. Ну да. Мелечник. Лок. Черепочек, по-моему, лопа. Черепочек, робик. Это приоритет. Если нет, то угодно. Да. Не забудьте взять из источника душ, огурчики. Лосольные. Бабушка заворачивала. А ты кого сбоку сейчас будешь держать? Рогу ему нужно забрать и ДКшку. Ну а там как получится. Ну ты по сути там заходишь, ДКшку грипаешь. По меткам это вот так. Каким-то ебанем первым, блядь, подделан, а потом же. Ну там у правой колонны, вот, которая от решетки, а порошок стоит. Ну все опасные с правой стороны стоят. Ну, не порошок, а воет еще. Зорки, ты шаману контроля старших, я с ним поспевай. Дрейнер, сидишь на кресте, сбываешь ему, ну, по фокусу поставь. Бьем, ну, в общем-то, объем дисплея тоже на тебе, тренер. По кресту контролит у нас дрищ. А на кого контролю? Ромбик? Приста, да, звездочку. Я приста контролит, дрищ. Дрищ сказали, приста контролит. Дрищ приста контролит, а зоркий контролит треугольник. А тренер, ты сбивай костные локу. Тяжело, ну ладно. Стой, я сейчас в ММ аспектнусь, что-то я этот погнал. Че бы ему дали 4-4? Да там хуйня, откат. Сейчас фуману утопил, то нужна будет. Блять, бронепад. Стой, я не готов еще. Ну мы выпили уже. Мы выпили. Я готов, да. Все, можно сказать. 4, 3, 2. Остальные были готовы. 1. Не власти далеко. Зайдите к решетке. Сейчас что-нибудь приведу, попробую. Стойте. Не ходите туда за ним, ничего не делайте. Все, там лок пошел. Все, на меня идут нормально. Там сейчас дон ту пизда будет. Дон, прожмись. Все, играем по ромику, быстро. Геро, дайте. Стану ему влепить это.
Касты не кикаются. Пизда. А скикните каст, господи. А, кайтите просто. Сейчас я положу. Ян, есть пэр, дай меня. Я дал. По тебе дал. Мазина убиваем, череп. Остальных кайтите. Что увожу. На тренера бежит. Он меня пиздал. Блять, за дрищом Мазина гоняет. Дрищ, главное не танкуй, не танкуй. Лучше пробеги лишнее. Да я не танкую. Чё фигню-то говорить? Я пробежал всю арену, пока он за мной бежал. Один от меня ушли. Не подходите ко мне сейчас. Контроль по шаману, кого по кресту. Пытайтесь его. Зорки, на тебя паладин идет, иди. Не зашипу. Там тот спин. Перебегите сюда все щиту Альянса на другую сторону. Дрейнер ради спальни тебя в хере бегает 5 секунд. Связочку контроль. Одинул. Давайте отходите ближе вот сюда к читу Альянса. Оттягивайтесь. На доски да, зайдите. Шуман. Дон, ты там сам живешь, да? Да, у него такой не двигается. Он, по-моему, забагал, да. Шаман. Шаман, я по контролю пока. Там мне дюнишек на отсюда. Я отдал трапу. Я ему сейчас сухожилие подрежу. Блять, меня бьют. Детра отжал. Сейчас в ВД упаду. А, не, все. Шоу. Че, где спал? ГГС не беги. ГГС не. Крылья, подиспальте. Звездочка. Хоты. Каиф подкинул туда. Трапу. Сука, побежал один раз. Да, сейчас. Ну хорошо, ставь просто. Трапу оставил, подведи на нее, все хорошо. Все, давайте звездочку добьем, а ладно, шамана бейте. Блять. Бейте звездочку. Меньше хп. Собак твой убежал. Так. Пусть идет. Выгулял, да? Угу. Ух ты, пацан. Другие тебя ману жгут. Да пиздец.
Снипа тоже. Кому дать инер? Ну, Зор кому дал? А, ничего не дал. Вот. Не получилось, не фортануло. Не босс, а блядство, я бы сказал так. Дом с теми боссами, как с друзьями стоит. Дом, ты его, может, выведи, а то он не может там завыдиться. Что вам мой пет? Мне этот не нравится. Пускай бьет. Когда, он... когда один останется, я имею в виду. Он уже один. Мой пет сильный, он знает, кого бить. Он ДК грызет за ногу, чтобы тут быстро бегать не мог. Моя собака комиссар Рекс. А то раньше был такой, что паладин, если его последний оставляете, он себе бабл дает, и все, и как бы и выйдется босс. Да? Очень давно до такой было. Ну, я такого даже не помню. Ну, может быть, кстати. Я не удивлюсь, если такая хуйня была. Классный ДК с маной. Ну, они всегда с маной были. Да, с фуловой. Даже ни разу не узнул. Ну, сейчас, ну, блядь, масс-грипп сделает, блядь. Войско мертвых бафнет, а там еще толпа чемпов выглядит из них. Как они быстро сливают. ТТПС они. Волбро там червей кормят и все, и жесть. А где кольцо? А, кольцо с Джераксуса, так ему упало, да, понятно. Понятно. Так, ничего и больше там подземелье, блядь. Ммм, какой кайф. Это та охуенная тренинга, которую мы с ним пылим. Я что-то с ней бегаю. Так, у меня сапрот, да, выпит, наверное? Да, тебе сапрот и бонус оптик стан. Рыбку. Рыбку. Идеально шипишь. Комплект на блок. Я чекнул того вару, у него, блядь, на блок нихуя нет. А он переодевается. Ну, у него же спек другой. Какие-то, блядь, не спрашивают. Не, ну мы 25-ки закрыли, да и сейчас все закроем, получается, легко. Да? Вот так, я... Оптик с потом? Оптик с внешки, а я внутри портала бегаю между ними. Сокру скажете или самому давать? Ну, смотри. СС откатился там? Ой, сейчас, подождите, я... Блядь, сука, что я трою? Сейчас спекнусь. Да, СС откатился. Сейчас, секундочку, мне лагану. Идеально на тебя кинуть? С внешней стороны по наверх внутренней. Пристабав, дайте, пожалуйста. Оптикс вон там бегаешь, я вон не пингую с вот этой стороны, понял? И когда перейдем, соответственно, также за портал уходишь. Так, сейчас ману топью. А, все, ну нормально, все. Че, че на готовность даешь? Я просто забагалась. Давайте. Да. Хочешь там я что-то? Угу. 4, 3, 2, 1. Во имя темного повелителя. Во имя Каланча. Вы умрете.
Первый вопрос, смотрите. Сверху сущность. С белой стоит, с белой, белой. Переводи. Я изнутри ловлю. Сняла цели пишет. Нет. Ну. Так, без белой. Комплик все. Отлично. Я слил. Я думал, почему он написал смеяться уже. Ну, потому что он всегда пишет так. Смейте черную, белую играем. Белую, белую, белую играем. Хватит дорогу. Переводи, сейчас хорошо. Темно взяли? Стойте, 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 секунды. Оптик, прожмись. Точку. Быстро. Отлично, добивайте. Нас ревут. О, посмотри, дырки. Пошли три дырки, блядь. Ну какой посох? Три дырки. Распылить. Прочитать это заклинание. Против альянса не выстоять даже самым сильным прислужником короля лича. Славьте наших героев. Тянет на шаману? Да, наверное, нет. Не знаю. Точно? Да попробуем. Ну, попробуем. Давай, может, шрам. Не вайпать. А мы не должны вайпнуться, по идее. Чисто в теории, да? Так, что делаем? Что делаем сейчас? Волнительный момент такой. Чего? Пойдем раньше. Так, хоть БР просто есть один. Не будет. Надо Геру почитать. Да, мы контролем другого объем. Итак, и... Дмитрий, не спеша мы добьем босса. Только двоих. Не, били как на том КД бьем, правильно? Конечно, конечно. Двоих. Сводим нахуй, я бурсты на варка не нажимаю, будем кривать или будем контролить? И первых мы убиваем, потом контролим. Да, на третьей фазе контроля. Хуй еще где запомнил. Со всякими цветами у нас дохуя клива, так что это будет не проблема вообще. Сбивайте на игре. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Не Рубиан,
Германцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Что, 3 минутки чилим, да? А если мы здесь бы сейчас все умерли? Да, давайте, ничего страшного, это не трай. Ты можешь даже обжуков об этих умереть. Кроме того, самого большого. Хочешь проверить? Не надо ничего проверять, я вам честно говорю, оно так. Просто поверьте моим словам. Курим 2 минуты, да? Конечно, конечно, давайте курить до гера. Давай. Don't respect, включи аспект. Чужие губы тебя ласкают. Опять пищит. Идеально, блядь, азбука Морзе общается. Ну, когда кто-то другой разговаривает, как бы это тихо. Вот когда просто тишина и такой звук, кого-то сверлят, я не знаю, зуб тебе. Термиты дерево образуют, блядь, смотри. Так, что, по какой тактике тут разбили зорки? Напомни, пожалуйста. Я не знаю, по какой не били, короче, я ауешил просто всю хуйню вообще. Ну, короче, смотри, сводятся жуки до переходки, до третьей фазы, ну, до второй фазы. Мобы все сводятся и уешатся. На третьей фазе первые мобы сводятся и уешатся, а потом контролятся. Остальное. Вот такая вроде была. Мы первых одного контролем, второго бьем, а потом сразу бьем? Нет, первым сводим. Потому что у меня после перебубки бурстит. Да не перебивай Донта, господи, зорки. Два моба входят, я их собираю на себя. Аккуратнее с тобой ешь, потом размажешься. Как скажешь, все. Окей. Так я так же сам и сказал. Говно вопрос. Да ты флудишь. Подъезд ебаный. Мне, в принципе, похуй, по какой тактике вы будете бить. Ты по своей? Главное убейте. Там в вопросе плащ задонатил? Нет, вряд ли он будет донатить. Блядь! А вдруг сейчас плащ упадет? Блядь, на шеем купит, блядь. Он говорит, если шеем, уже задоначу. Правда, шеем столько денег стоит, ёкнуться. Зачем мне сейчас что-то донатить, да, на него, если дать вары тогда может? Выбить можно ее. Давайте пойдем, Дюша. Что там у нас? Как у нас дела? Кого нас хватает? Дрейнера? И все тут сейчас еще наверчек дойдем. Сейчас я фласку вытащу на сопрот на панель. Сопрот надо будет пить, да, на этой на фазе? На третьей фазе. Я всегда выпиваю это. Это на магический щит нажму, на всякий случай.
Кто за хуй ты выходит? Кто-то, кто заходит и выходит. Так, что там у нас? Ну, у нас в квартире газ. А, подожди на секунду, сейчас хочу фласки взять. Ой, не фласки, поты. Ой, все на месте. По бафам все нормально? Мне что-то не хватает. А не, все хватает, извиняюсь. Что, ну, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Там сфера. Там на меня один. Собирайте. Застану, добудайте. Блять. Я дал. Ничего страшного. Добивайте этого просто. Запивайте. Запасы. Смотрим на того. Остальные ждем моба. Все, тренер ушло, с ним пол один. В другую сторону только. Ой, дальше, дашь ему. Я затаунтил. Затаунтил. На мне 8 стаков, заберите бомбу. Панцика бьет. Да, донт отойдите. А, не донт, войд. Ой, кто-то. Зоркий. Зоркий в другую сторону. Зоркий в другую сторону, ломает. Вот ты там стоишь. Блять, как ты ебаный разлил, пан. Забеги. Ладно. Сейчас выкатывается. 3 секунды. Видите, блядь, чё вы ходите просто так? Бобов сыграли? Там, смотри, осторожно, моб на мне. Сыграйте больше по мобу. Потом босса. Все, босс играть. Да нет, босса можно уже, да. Да там просто. 40%. Переводите. И в милизону подойдете, РДД. Прохиливай метки прям сильно, холипал. Дальнего за контролем. Первого сливаем. Донта прям на фул держи. Блять, сорвался. Д3 заберу. Я себя. Если у вас босса выйдет, сразу ты можешь кто-то подойти.
Меньше рейдишь. Почистили сети. Пока нет. Эфир дам это. Дал. Капа. Я второго эфиря подержу. Выйдут. Еще, еще раз фир, еще раз фир. Да, это жестко, бля. О, посох, две дырки. Посох может быть. У меня этот есть. А трофей нам это нужен? Не знаю, забирать. Давайте выдаем, может, если что. Ловкость. Блять. Ты серьезно? У нас никого не надо. Невер, может быть. Не, Невер. Мне, конечно. Да ну пожалуйста, ну пожалуйста, Господь Бог, я ж тебя молился всю жизнь. И скакун мой. И сфера рыцаря моя. Распылись, нахуй. Ой-ой-ой. Очко ж бегается. Давайте хоть шутку. И торгашка классная. Невер второй себе этот выиграл, сферу свою. Плащ, кому там? 47. Драйнер. Слушай, ну да, Драйнер, ну, блядь, мы с Вовбро перероливаем, ну что такое? Ну, 47, да, Вовбро это. Так, давай, Вовбро, ролим. Давай ты первый. Блядь, страшно, нахуй. Да все, слава, хуй с ним, я первый. Блядь, фу, да, блядь. Е-е-е. Ой, бля. Чё-то бисовый, да, плащ? Понятно, ладно. Да. Хулевая скилли, блядь. Перед 72-м он бисовый, да? Да. Бля, ничего не выиграл, вообще все равно никто не выиграл. Какое говно, блядь, фу, блядь. Зарке тоже ничего не выиграл. Чей он паролу изначально был? Дрейнер. Дрейнер, дай. Я выиграл. А, да похуй, вообще забирайте. Блядь, кольцо забрал. Мы там просто скинули по 47 оба с Невером. А, по 47 и... Угу, и переролили. Еее, топовый плащ. А на це? Хоть что-то, блядь, то не падает нихера, блядь. Какое хоть что-то? Ты в прошлом КД кольцо забрал еще. Теперь блатной. Теперь блатной, да. Ну, покажи, блядь, сульды еще поменять, блядь. Заебись было. Бля, заебись, по фастику сбегали, да? Блядь, эти силы даже остались еще на второй рейд.